Всем привет! А мы продолжаем. Так и соскучился по игре, хочется еще поиграть. Поэтому сразу записываем вторую серию. Так. Мы немножко подрались, ничего серьезного. Особо нам лечиться вроде как и не надо чиниться, на ходу починятся. Так, у нас есть хлам. Этот хлам мы починим. Остальное не будем. И да, я между сериями, конечно, ничем не занимался. Я вот тут прошлую закончил и решил еще одну снять, пока есть немножко времени. Так, нам надо где-то все продать. Наверное, пойдем продать хлам-то здесь. Я вот тут хотел. Надо пополнить, наверное, наши медицинские сапплаи. А давай здесь пройдемся. Не пойдем пока в Гриффенхафен. Инструменты надо. Вот, кстати, здесь инструменты недорогие обычно. Да, очень недорогие. Все берем. Так, хлам им продавать невыгодно. Бинты. У меня есть бинты на задней линии? А, есть. О. Неожиданно. Рогатка даже есть. Со старых времен. Можно еще бинтик взять вот этому. Парни положим за пазуху, в кармашку. Так. Мед дешевле номинала. Возьмем и продадим. Я думаю. Так, люди, люди. Бастард. И еще не то, что нам надо. Атака, защита, ХП. Ненавидит живность. Battleforge и все. Только Battleforge. Но не факт, что у него хватит выносливости на Battleforge-то. Атака, защита, ХП. Колосс есть. Но это не, нет. Нам нужен хиллер, нам нужен сержант. Без вариантов. О, какая интересная штука. На нимбла. И недорого. 1900. А у тебя чего там? А, ну тут тяжелые. 2.40. А у меня что там, халатик? Не, ну можно купить, но это, наверное, нет. Нет, это когда уж совсем денег дофига. Кстати, шлем интересный. Вот этот вот. Салит. Да, вот он, топовый для лучников. Который не портит обзор. $2.50. Первый уровень. А у них вообще нет первого уровня. У меня ни у кого. Первый уровень 2.50. Ну, когда-нибудь потом займемся. В принципе, это, конечно, нужно, но не так, чтобы очень. Они строят бикипера нового. О, новый. Тут был. Как это называется? Пасека. Пасека. И они строят еще одну пасеку, потому что у них 135 вон. Богатство. А тут 48. Они нифига не построят. Прикольно, слушайте. Тут, значит, можно медом закупаться. Будет еще больше меда. Отлично. Что у нас в Дорнхейме? Дорнхайме, точнее. Так. Слазить к нежити. Нет, спасибо. К нежити мы не хотим.
Давненько мы не были. А зря, наверное. У меня же амбиция выполнилась, только она что-то никак не сработает, что она выполнилась. У нас сейчас мораль и так будет выше крыши. Опа-па. Сестричка. А, блин, я уже ее смотрел. Это старая сестричка. И это... Манфред. Да. Еще один кулачный боец. Ну такое. А, медицина, пожалуйста. Пожалуйста, медицина. Маловато, ну ладно. Ох ты. Вот с одной стороны халявный таун, с другой стороны минус 3 мили дефа за каждого окружающего врага. То есть с одной стороны это танком бы выдать, с другой стороны минус 3 мили дефа, что-то очень дофига. Очень дофига. Краски дешевые. Че, поторгуем? И эти краски дешевые, дешевле номинала. Улучшить дозорный пост. Не понятно, что это даст. Дальше смотреть будем. Давайте все краски купим. А тут цены так... Кстати, тут неплохие цены. Но не на мед почему-то. А чё вы мед-то не хотите? Берите всякий хлам тогда, раз мед не хотите. Меч. У меня такой одноручный есть? Нет. А какой у меня одноручный меч вот у этого? Во, у тебя хуже меч. Держи. Нормальный. Ты почти дорос до двуручника. Хотя что-то дефа у тебя маловато. 20. Надо тебе броню потяжелее. Надо потяжелее броню. Так, это продадим. Так, вот эту фигню можно продать. Остальное посмотрим. Так, куда все продать? В большой город или вот, например, туда? Ну, поехали в Графенхафен, попробуем все скинуть. А, подожди, так можно доплыть из Сифилда вот в Хаким. Там же были засады на торговых путях, и там все продать. Точно. И должен плавание туда-сюда даже должно купиться. И вот в Хатлут потом поплывем. И тут посмотрим. Я тут... Вот, кстати, большой город. Намады. Один лидер. И всякая ерунда. Ну, не очень интересно на самом деле. Алло, амбиция вообще будет засчитываться? Что такое? Ты там не поломалась случайно? Тут еще и публичные казни. 16 займет. Вы что, офигели? Но краски вот берут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это неплохо торганули. Еда, кстати, заканчивается.
тут она стоит дофига. Тут она стоит дофига, но это нам не сильно важно. Потому что мы отсюда уплываем. Так, забыл, как называется? Хатлунд. Мы плывем в Хатлунд. Вот он. Да, даже с двумя плаваниями мы заработали. Мед не хотите? Не хотят. Никто не хочет мед. В чем дело? Рыбка недорогая зато. Что у вас? Опа, куда едем? Химмельсбург, 2 дня, Норд-Вест. Норд-Вест. Химмельсбург, это кто? Ты. Что там есть? Броня, оружие. Не, ну можно и прокатиться. Вообще я искал. Там поискать. Я хотел здесь поискать монаха себе и сержанта. Или прокатиться. Давайте поищем тут. Я уже посмотрел? Нет, не смотрел. Хотя часовенка тут есть. Мог бы кто-нибудь и быть. Я вообще туда еще не ходил. Там еще неизвестно, что за этим городом. Так, тут вообще весело, я смотрю. Так. Кузнец, шут. Талантливого шута я бы взял. Но не этого. О, тут много шутов. Знаете, какой должен быть шут? На выносливость, на, наверное, атаку, куда без атаки. И инициативу, наверное. Кстати, ХП, выносливость, инициатива. Без атаки даже возьму. Вот эти 3 по 3 звезды. Ну хотя бы по 2. Что у вас? Посылка куда? Таксдорф на север. На север не хочу. Вот сюда хочу. Пошли. Амбиции чё? Алё, мы поломались? О-о-о. Я выиграл арену. Может, мы начнем что-то делать по этому поводу? Или я слишком долго первую амбицию получал? Посылка в Саксдорф тоже. Все хотят в Саксдорф посылку. Зачистить крипт, пожалуй, нет. Потому что что? Потому что у нас нет... Вот, у нас нет сержанта, наконец-то. Он был лагерем, может, кстати. Мы получили известность. Пока мы гуляли по Шнифилсу, нас когда гнал какой-то мужик, старик. Mm-hmm.
Я мастер фехтования этого города. Батайтичная, так, я учу послушанию и чему-то там еще. Прежде чем сможет взять меч. Здесь. А этот чертов студент, короче, не слушается. Я говорю им, если ты хочешь плохо драться, то проваливай. А, он еще послушание, а студент нетерпеливый, короче, да? Он хочет сразу рубить мечом. Пам-пам-пам. Вы смотрите на не то что малыша, как это, на парня, короче. Он свежий. Так. Вы спрашиваете, правду ли сказал Свордмастер? Нотс. Кивает, что ли? Да. Я буду счастлив за вас драться. Ну, давай, посмотрим. Так, нам нужен штандарт. Минус 1000, есть штандарт. Это как это называется? Пидран по амбициям. Так, 5 стаи зверей. Поторговать 25 предметами и уников набрать. Ну давай зверей. Так, кто нам тут достался на халяву? Гельтит. Гельтит. Подмастерье. Никтофобия. Минус 10 резолва ночью. Минус 20 при атаке ментальными эффектами ночью. Плюс 5 днем. Нифига себе. Да он сбежит мгновенно. Ночью. Если мы с призраками столкнемся ночью, он сразу деранет из отряда. Блин, а что ты такой бесполезный-то? Только средняя броня, выносливость и больше ничего. Не повезло. Атаки нет вообще. На что может пойти твоя выносливость? Ты почему-то не можешь чинить броню. А что ты можешь? Ты вообще ничего не можешь. Ротацию делать и таунтить. Ну-ка, у тебя защиты нет, чтобы это делать. Не, все. Ты, к сожалению, нам нафиг не нужен. Так, а что у вас по нормальному найму? Да. Небогато. Мед тоже не покупают. Похоже, я не очень удачно вложился в мед. А что здесь? Извиняюсь. Я все так же простужен. Хотел себе горячего чайку сделать перед началом и забыл. Так, интересно. Патрули хорошие ходят. Большой город. А крепость. Ну, крепость так крепость. Наемник, каменщик. Хэджкнайт. 800 за проверочку. Но мне не нужен Хэджкнайт сейчас. Леди, ищущая приключений. Ну давай посмотрим. Да. Что ты умеешь? Ралли умеет? Умеет. Блин, дочь. Блин, одна звезда выносливость, одна в ралли, все. И все. Нимбл или средняя броня?
Нет, больно уж никакая. Астматик. О! Вот, таких парней я... У него еще два кинжала. Ты смотри, какой красавчик. А можно было вот тут вот лидерство 3 звезды? Выносливость, защита. Пофиг, что с 1 звезды. Вот 3 звезды в лидерство бы, я бы его брал. Да. Ралли есть? Есть. Fortified Mind есть, и Mind Over Body есть, средняя броня. Все, что надо, есть, кроме звездочек. Опа, кстати, гробокопатель. Гробокопатель для нашего мальчика. Алкаш, правда. 3 мили скилл, мили деф. Блин, может мне взять гробокопателя? Перками на лопату. Следующий размер при 1400 известности. А у меня сейчас сколько известности? О! Почти. Можно взять гробокопателя. В смысле, что у меня есть место на сержанта и на хиллера. Один квестик буквально сделаем, и у нас будет... Ой, 19 тысяч накидочка. Интересно, конечно. Тренинг холл, кстати. Кстати, варлоку за 700 брать, конечно, интересно. Карстену вот может быть взять. А новичку надо посмотреть, что у нас за новичок-то в итоге. Миль скилла, конечно, маловато, но не так уж плохо. Так, нимбл или средняя броня. Вот это меня. Так, характер экспириенса. Additional 5% шанс. Так, плюс 5% шанс на тело. И все. Плюс урон лопатой. Плюс милискил лопатой. Лопата это чё? Это мейс 200. Ну давайте по приколу попробуем. Что-то из этого сделать. У нас еще и броника нормального нет. Три
Так, в принципе, выносливость есть. Это все фигня. Плюс резолв. Держи. Экспресс собирания. Так, ну что, будем на него тратить деньги? 160. 160 можно. Так, задание на кризис. Кризисное задание это... Это бои с нежитью. Блин, я не очень готов с нежитью. Там точно будут призраки. Призраки меня точно распугают всех. Так, а еще тут есть куда-нибудь дороги? Нету, да? Это был как раз с этой стороны крайний город. Мной не открытый. Ну тут еще может что-то быть. Вон, там есть дорога направо. Тут нету. Ну пошлите его тут пройдемся и на север пойдем. Можно сразу на север, нет? Подмывало срезать. Так, что такое? Так, марксмены, рейдеры, лидер, шахтер, вичхантеры. А мы не до конца подчинены, новичок особенно, без шлема. Ну, новичок без шлема и все. На первом ходу не сдохнет, в принципе. Ничего страшного, отойдет назад. Ну-ка, пошлите пообщаемся. Что их такая толпа огромная. Так, ты отскакиваешь, твое место занимает поле. И в принципе нормально. процентов щитовика. Во фритуната стрелял на 48, но не попал. Стрелял во фритуната на 48, но попал в хойт это, в щит на 15. Да. Блин. Марксмены неприятные типы. Кстати, если мы всех сдвинем на клеточку вниз, мы еще и закроем тут. Чтобы Карстен не танковал. Да, мы так и сделаем. Так, кто опасен? Парень с пикой неприятен. Марксмены эти тоже. Какой красавчик, вы гляньте. Abominable Bastard. Надо не дать ему убежать. Не убил, не убил. Так. Задвигаемся. Вичхантеры, кстати. Кто из вас вичхантер? Кто из вас марксман? Ахтер? Вот вичхантер. Нет, марксман. Вот вичхантер. Еще маркс. Вот вич. Два вичхантера. Они довольно меткие. Вот арбалет неприятный.
Вот шахтер неприятный тоже. Хорош. Альбоин красавчик. Так, ты с лопатой сваливаешь. Даже хотя бы сюда. Так. Похиляемся пока. Стоит ли вперед выходить? Или мы так хорошо закрываем фланг? А если я так выйду, они еще больше будут обходить, чтобы выйти на фланг. Мне кажется, если я вперед выйду, я их заагрю на обход. Меня один возьмет в оборот, а остальные побегут в обход. А так они вроде пойдут в обход, но как только тут начнется драка, они попробуют проскочить сюда. Давай тут постоим. Так. Ой, парень с пикой застеснялся, гляньте-ка, не пошел вперед. Отлично, отлично. Ты же не сквайр? У них не было сквайра, просто рейдер. Здорово. Коль не шутишь. Это вообще в каких-то обносках. Так, нужны ли мне еще? Я думаю, нужны вот сюда. Зомбики. И не то, что прям нужны, но могут понадобиться. Шахтер. Почти. Так. Надо, кстати, фритуната поставить между двух зомбей. Надо сместить его на клеточку ниже, чтобы зомби больше танковали. Тогда бы вот сейчас этот парень бил бы в зомби, а тут у него два человека на выбор. В общем, так зомби танкуют только три клетки, а если их переставить, они будут четыре клетки на себя агрить. Да, надо переставить его вниз на клетку. Так, давайте-ка без шахтеров, пожалуйста. Спасибо. Гоцлин, тоже спасибо. Лопата. Лопата. Ну, если что тут поменяют, ну, вообще надо сваливать. Куда-нибудь сюда. Так, вниз пошел этот гад. Это нехорошо. Кто его будет держать? Вильбранд. Я его хотел раздеть. У него какой-то он интересный. У него и шлем интересный. И броник. Накидочка какая-то.
Если мы тут убьем, он может туда загриться. Надо вот этого фокусить. Или этого. Так, добьем что ли? Или по марксманам пройдемся? Железный арбалет, к сожалению, закрыт. Зато у нас хедхантер сработал. Следующему марксману должно понравиться. Так. Не так быстро его и убьешь. Ну, броник почти сняли. Хорош. И стан сработал. Так. Кому втащить? Ну не подходи. Иди туда вон. Наверх. Пошел отсюда. Брысь-брысь. Поле никто не подошел. Поль сам может подойти и по троим вмазать. Но я бы не хотел его в окружение троих выставлять. Он пока не проверенный парень. Стой, наверное, здесь пока. Так. Вот гад. Вот если бы этот не занял это место, этот парень почти наверняка пошел бы туда. Теперь фиг знает. Можно встать вот так, и мы закроем копьем проход. И вот это место будет свободно, он подойдет сюда, к Вильбранду. Вильбранд же хорош в защите. 35, но не так, чтобы очень уж. Топор. Ну а что делать? Мух надо накидывать. .72 у него шанс попасть. Вичхантеры что-то жестят. Так, полю сразу перепало. Хорошо, что я его не выставил вперед. Подождать, пока они тут наберутся на круговой удар, или просто вмазать? Просто вмазать не вышло. Кому втащить? Чуть-чуть не убил. Не для тебя тут места-то. Так, вичхантеры жестят. Раз, вот два. Надо их фигачить. Или этому крутящему маневр втащить. По-моему, не так весело было. Лучше бы ты в этого попал. Так. Марксманы, да марксманы. Сюда или вот этого тащить? Давай сюда. Неплохо. Фу. Так. Вот мне было все равно, в кого из вас попадет. Ну, блин. Тебя вообще не надо было. Ну и желательно было хоть в кого-нибудь все-таки попасть. Опа, нет. Байт сработал на стрелка, до которого можно дойти. Но нет.
Так, что-то шансы такие нехорошие. Попасть там. Так, мух этому гражданину. ХП бы восстанавливать начать. Но мух ему точно надо. Так, зомби, давайте не будем только убивать. На этот ход хотя бы. Так, Гоцель, надо исправляться. Вот, и еще разок. Хорош, вот молодец. Так и надо было сразу. Вот этого, если завалить, можно присамонить сюда их лидера. Мне уже сюда два зомби-то и не нужны. Давай-ка ты сюда. На всякий пожарный. Так, фритунат. А второй раз не вышло. Так, копье. Хорош, то я немножко переживал. Что тут кровище сзади? Так, а вот один и проскочил. Хорошо. Поль! Мы для чего тебе двуручку дали? Чтоб ты промахивался? Ай-яй-яй. Так, тут что-то зомбик-то дохленький. После стрелков. Марксманы нормальные, не страшные. Вот этот марксман страшный с арбалетом. И вичхантеры вот эти неприятные. Хотя этот вроде как-то не особо. Или он не стрелял. Там бегает что-то. Хорош. Хорошо. Да хватит уже. Так, ну чё, вичхантеров пробуем. Этот побежал куда-то. Эх. Отлично. Чтобы далеко не убегал. Так, у них сейчас и этот побежит таким макаром, если они все собрались на выход. Надо его ловить. А Вильбранд подойдет. Вильбранд подойдет, тогда мы продолжим по Вичхантерам. Не убил хедшотом Вичхантера? Серьезно? Что все домой захотели. Попробуем халяву забрать. Главное не отъехать. То будет смешно. Так, здоровье у кого? У тебя есть здоровье? Отдавай. Не отдал. Обидно.
Так, Вильбранд берет этого. Или даже этих. Вот этого рейдера кто берет? И этого тага. Получается, ты? А, вот еще же. Ну, тут еще есть кому втащить. А, вот еще у нас доброволец. Доброволец. Потанковать. А Вильбранд берет ножичек. И пока ждет. Или что ждать? У него есть подышать, если что. Тогда и ждать нечего. Здрасте. На 57 он во Франсис промазал. Злодей. Достаем кинжальчик. Так, и врываемся. Порядки противника. Так, кто-нибудь другой догонит. Поль хорош. Оберт, попадешь, не попадешь. Понял. Так, кто поделится здоровьем? Вот так есть вкусненький. 10 хп. Маловато. Маловато. Так, похиляться или побежать за фрагами? Ну давай хилять. Этого не бьешь. Виктор разошелся. Тут, в общем-то, все. Вот так можно сделать. Бьет зомби, отлично. Меня это устраивает. Только они сейчас вставать начнут, да, толпой? Как все резко кончились. И этот домой засобирался. Опа, кто-то хотел встать, но передумал.
Так. Так. А у Гальбойна нет ножа. У него же дубина. У него же дубина. Майнард хочет тоже опыта. Ты иди хилять. Тебе меньше всех опыт нужен, Гоцелем. ПП полное. Ну, стой, смотри. Чтоб никто не встал. Какой-то да нужна экспа. И Вильбранду, если что. Опа, опа, опа. А чё они не встают? Они ж хотели. А потом пропустили. Интересно. Так, ну там еще 9 жизней. Не сработавшие. Трунс ХП. Неплохо. Кстати, так можно отхиляться. Это шабуз. То есть мы запираем вот так. И я фритунатом хиляю всех, кого надо. Нон-стопом. Не сработало еще 9 жизней. А теперь сработало. Так, ну чё, Майнерду отдаем? Наверное, да. Он медленнее всех качается, он никого не убивает. Обузить не будем, ну вы поняли, да? Просто я скипаю ходы бесконечно. Фритунат хиляет до талого. Когда устает, мы просто ждем. Так можно делать. 349 опыта, кстати. Неплохо. А где командирский броник? Это вот типа он? Он же не так выглядел. Шлем типа вот. Да. Так. Отлично. Гоцельм 11. Так, новичок 2. Ну чё, попробуем его в лопату по приколу прокачать. Если что, это бонусы получаются к двуручным булавам. В принципе, они и так пригодятся. Оп, 58 миллискилл, уже поинтересней. Так, так. Нимбл, средняя броня, да? ХП или выносливость? Но для булавы много выносливости не надо. Можно из минуса вывести рейндж деф. Чтобы в него не очень хотели стрелять хотя бы. 61 миллискилл уже, кстати, неплохо. Броньку подошьет, более-менее будет. Так, Виктор, 7 уровень, нимбл обязательно.
Так, уже лучше, уже не ваншотнут хотя бы какие-нибудь залетные ребята. А, ну у него додж еще, да? Додж. И... ХП, наверное, к ним был там. Колосс у него, к сожалению, нет. Готцельм, 11-й. Два перка. Я, честно говоря, не знаю, чего ему брать. Чего ему брать? Подумаю. Потом... Ну, что вот ему брать? Вот это вот, чтобы несколько раз дубиной бить. А сколько раз он будет бить? 6 пополам 3. 3 удара дубиной. Которые будут стоить выносливости плюс 75. Ну... Так сходу не посчитаю. Но ему, похоже, не хватит на 3 удара. Ну, может, даже если хватит. 3 удара дубины, и мы устали в сопли. Ну и тогда к этому рекавер. Рекавер и колосс, кстати. Мастерства нету до сих пор. Я подумаю между сериями. Мастерство надо брать дубины. Или молотка. Я так и не нашел приличных ни дубины, ни молотка. И еще что-нибудь. Ладно, серию надо уже заканчивать, но мы дойдем до города уж. Это в ремонт, это в ремонт. По-хорошему надо встать на ремонт и разбор ненужного. Но это возле города. Я уже в начале следующей серии тогда займусь. Но у них тут полное веселье, как я погляжу. Ладно, спасибо, что смотрели. Майнарду 720 опыта осталось до 11 левла, чтобы мы взяли что-нибудь интересненькое. 800 опыта. Может быть, не хватит одной серии, чтобы набить 800 опыта. Ну, посмотрим, постараемся. Ладно, спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.